Привет, мои хорошие, с вами Белякова Алла. Сегодня мы в Домбае. Вон там вершина и горы. Это вид из окна. Вот это спальня. Я уже тут решила было прилечь. Решила прилечь, белые простынки, все как я люблю. Но потом вспомнила, что я вам не сняла. А мы уже начали тут располагаться. Ну, вот такая комната. Здесь шкафчик, это спальня. Вот такой шкафчик. Тут, в общем, постельное белье. Нет, ну, постельное белье заправлено было. Желание шелокся. Вот это вход. Сейчас покажу. Это закрыли, короче, коридор. Не вырвешься. Вот. Вот это такой коридор. Сюда мы приехали на лифте. Это 8-й этаж. Ой, закрыто. Здесь 2 санузла. Это я. Так, вот здесь гардеробная. Здесь, наверное, вот у нее закрыто. Тут, наверное, все для мытья принадлежности. Тут вот шкафчик, в общем. Такой шкафчик. Так, и вот 2 санузла. Ну, тут вот пахнет, правда, это. Да. Вонище, в общем. Какой-то канализация, электрический водонагреватель. Это комплекс «Вершина». О, я нашла здесь жидкое мыло. Есть все. Сказали, чтобы не пахло, надо, чтобы 10 минут сливалось. А я думаю, где нету. Ну, в общем, не знаю, что это такое. Вот, здесь, значит, водонагреватель. А здесь 2-й санузел. Сейчас покажу. Я уже тоже тут сполоснулась. Туалет, биде, такой вот этот стиральная машинка, шторка закрывается, ванная, то есть там душевая кабина, здесь зеркало большое, вот я, и вот такой большой холл-зал, холодильник, кухня, только вот высокие потолки, 3 метра, да? 3 метра, телевизор. Уже, представляете, счастье у меня, дочь уже большие готовит. Это вот балкончик такой. Балкончик и выход. Вот здесь наша машина. Парковка, хотя здесь еще говорят, подземная парковка есть. И вот канатная дорога. Сейчас мы маленько отдохнем. Значит, этот, вот он так выглядит, комплекс. Ну, квартиры посуточно, вершина. Называется апартаменты «Вершина». Вот видишь, это другие квартиры. Вот этот строящийся продают. Значит, вещь-продажа, квартира от собственника. Вот, вот, в общем, вот такой балкончик. Заселением 2 часа мы ждали. Мы приехали где-то, наверное, у первого. Нет, в 12:20, да. Вот, ну, прогулялись, пошли. Здесь парковка, вот здесь внизу, стоит 300 рублей. Машину на сутки оставить. Ну, сутки 300 рублей. Ну, там какие-то экскаваторы тоже, видимо, что-то строить будут. Вот. И выезд у нас завтра до 12. Наверху здесь на 10-м этаже бассейн «Хамам». Надо будет пойти поглядеть, если успеем. Вот. И... Все, наверное, что хотела вам сказать и показать. Вот такой, значит, такие у нас вот апартаменты. Здесь ванна будет, здесь дочь будет, постельное белье нам принесли. Ну, все. Вот это поселок Домбай, горнолыжный курорт. Мы летом, считай, приехали, вне сезон, зимой здесь, наверное, вообще все. Ну и то мы ждали, пока освободится. Все, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до встречи на моем канале. Вот там снежные вершины, вам, наверное, не видно, а мне видно, очень красиво. Все, пока, обняла, поцеловала.